Специалисты предприятий и управления жизнеобеспечения Уссурийска вновь в сборе и вновь на том же месте. И если в прошлый раз они только знакомились с фронтом предстоящих работ, то сейчас оценивают результат. Во дворе резервной 2А красуются новые надворные постройки. Сделан туалет. Много лет к нам не обращались, никаких... Ни с администрации, ни с управляющих компаний никто не приезжал. А вот сейчас, после многих заявлений, за нас, так сказать, спасибо, взялись. Шумиха по этому адресу поднялась в 20-х числах сентября. Тогда на личную встречу с жителями резервной приехал временно исполняющий обязанности главы администрации Евгений Корж. Ему они и поведали все свои беды. Из-за стройки, развернутой предпринимателем, рядом с домом возникла угроза подтопления этого участка. А также снесены все надворные постройки и туалет. Тогда были даны обещания обязать предпринимателя провести восстановительные работы. За этих вот 2,5 недели на данном участке побывали в основном все структуры, нашей администрации, управление жизнеобеспечения, управление жилищной политики, управление градостроительства, предприятия, водоканал, электросеть, для того, чтобы исправить те недостатки, которые были высказаны жильцами на встрече. За счет застройщика были проведены восстановительные работы. Также установлены новые счетчики электричества, трансформаторная подстанция, сделали водоотвод от здания. Не решен только вопрос с подвозом воды. Жители сами должны обратиться в водоканал, чтобы заключить договор, а затем оплачивать воду. Эта работа планируется на ближайшее будущее, а в остальном проживающие по резервной 2А удовлетворены. Доложите, что все нормально, всем жильцы довольны на сегодняшний день. Спасибо большое. Вам спасибо. Что пришли. А вам спасибо, что вы нас не забываете, приезжаете. Ольга Муравьева, Александр Анисимов, Телемикс.